Мы сейчас находимся в Камакуре, и здесь у нас знаменитый Будда, Дайбуцу. Это японская достопримечательность. Вход сюда стоит 200 йен. И тут рядом еще находится город Йокохама. От него на поезде где-то минут 30 заняло. И здесь очень много различных храмов в Камакуре, очень такой уютный небольшой город. Высота Будды вместе с подставкой составляет 13 метров. Это не самый высокий Будда, но один из очень высоких. Это место очень популярно среди туристов. Один из самых крупных храмов Камакура – это Ачимангу-джиндзя, синтоистский храм. Здесь, мы видим, идет свадебная церемония. Thank you.